Всем привет, это Спортмарафон, у нас дебют. Новобласт 4, мы прикатили в Россию сразу в нескольких расцветках. И сейчас подробнее расскажу, что же кардинально поменялось в этой модели, потому что это совершенно другая кроссовка по сравнению с предыдущими тремя поколениями. И давайте ретроспективно посмотрим, что же было в первый раз, когда нам показали Новобласт. Это были кроссовки, очень легкие, похожие на батут по ощущениям, которые завоевали очень много тысяч сердец по всему миру. Очень странная была коммуникация, эти кроссовки в основном закатывали через азиатский рынок, и сейчас этому нашлось объяснение, как раз благодаря тому, что вышло четвертое поколение. Дело в том, что та батутность, ощущение воздушности, прыгучести, такой очень фановый, веселый бег, это как раз больше походило меньшим по росту, меньшим по весу бегунам, и мальчикам, и девочкам. Кроссовки были из-за этого нестабильны, из-за того, что пена была слишком веселая, они очень плохо соблюдали траекторию приземления, которая соответствует направлению вашего движения, их расшатывало, но бегунам, которые бегали уже несколько лет, которые могли поддерживать среднюю скорость постоянно среднего темпа или чуть выше обычного, эта кроссовка очень нравилась. Первое, второе, третье поколение. Теперь Новобласт 4, эта кроссовка является облегченной тренировочной моделью, которая занимает правильное место во всей матрице компании ASICS, которая состоит, напомню, из нимбусов. 25-е нимбусы очень сильно обновились, стали таким облаком. Кроссовка воздушная, очень высокая, везде обтекаемая, кумулусами, которые благодаря выходу Новобласта как-то потеряли свою идентичность. Они стали твердыми, достаточно скучными, больше походили на олдскульный New Balance или Brooks, невеселые кроссовки. То теперь четвертое поколение Новобластов стало чуть-чуть тяжелее, гораздо более стабильнее, и что самое главное, не такими прыгучими, не такими батутами, как они были во всех предыдущих версиях. Это гораздо более надежный, в то же время облегченный тренер на каждый день. Вы можете продолжать делать свои тренировки, а как раз кумулус вернули на свое правильное место. Кумулус стал старым нимбусом. Мягкой, плюшевой, одной из самых мягких версий среди всех альтернативных моделей у других брендов на рынке. И возвращаясь к Новобласту, благодаря тому, что поменяли амортизирующую платформу, которая стала более предсказуемой и гораздо более стабильной благодаря новому блоку в задней части, поменяли еще сетку. Честно, с сеткой, на мой взгляд, никогда не было проблем. Она пробегала, соответственно, столько километров, сколько вы кроссовки использовали зачастую. 1000-1200, многие бегали и по 1500 километров благодаря этой воздушной пене. Ощущение амортизации долго не заканчивалось. Теперь все по-другому. И теперь для того, чтобы ощущения соответствовали амортизирующей платформе, бренд меняет верхнюю часть полностью. Сетка теперь состоит из тканного полотна. Очень часто мы этот материал видим у бренда Mizuno. New Balance также модель Hiera выполнял с его помощью. Он плотный, в исполнении ASICS, даже я бы сказал, чересчур плотный, немного жарковат, здесь есть лазерная перфорация, но благодаря своей низкой эластичности он отлично фиксирует ногу и создает ощущение заботы, когда встегиваетесь вы в эти кроссовки и начинаете бежать. Теперь Новобласт доступен большему количеству бегунов, теперь и новички также могут использовать эту модель как одну из в своем рейнже, в своем семейном автопарке беговых кроссовок. Потому что расцветка соответствует. Смотрите, это спорткар. Не уверен, что камера правильно передает расцветку, но они буквально выжигают, и мы постараемся показать вам этот блестящий зеленый свет на съемке уже, когда эти кроссовки отдельно будут стоять на столе, и камера будет мимо них проезжать замедленно, очень вкусно. Есть и темная расцветка на голубом пеноматериале с вкраплениями оранжевого, и красивые цвета лавандовые в женском ассортименте. ASICS именно в серии Новобласт лучше всего, на мой взгляд, отработал с колористикой в данном сезоне весна-лето 2024, и я уверен, вы оцените это по достоинству. Отмечу также, что несмотря на то, что сверху стоит очень плотный материал тканевый, стельку не выполнили с открытыми порами. Эта стелька состоит из одного слоя EVA, она не отводит влагу под себя, поэтому носки используйте более пухлые для того, чтобы они забирали на себя влагу. Изнутри обивка выполнена из классических материалов. Здесь в цвет также попали. Блестящий, думаю, износостойкий.
в целом у Новобласта и с ним на протяжении предыдущих поколений не было больших проблем, каких-то таких стабильных возвратов по браку. И последнее — это язычок. Язычок сделан из тонкого слоя, такого больше похожего на неопрен материала. Язычок хорошо, очень гладко лежит по подъему стопы. Он пришит к основанию амортизирующей платформы лентами, которые уже интегрированы в штробельную стельку, которая стоит дополнительным амортизирующим слоем под основной стелькой. Все это вы оцените по достоинству вместе с новым ощущением наката. Он поменялся, этот накат, благодаря более твердой пене. Несмотря на это, она выполнена, как заявлено ASICS, из материала FF Ballast Plus, маркировка которого у нас находится в области плюсно-фалангового сустава. По идее, эта пена должна быть еще мягче. Но, как я уже сказал, ASICS всегда что-то там подкручивает, и когда пишет одно и то же на амортизирующей платформе, ощущается она чаще всего по-разному. Звоните, ребята в колл-центре помогут подобрать вам правильный размер. Насладитесь этими надежными, легкими тренировочными кроссовками во время тестов внутри магазина на Сайкино 4. Всем бег!